Привет подписчикам, гостям моего канала. Вы на канале Свиноводство для души. О, сегодня воскресенье, уже время 11:15, а я еще на работе. Короче, работаю сегодня в двух местах. Поехал на ту ферму, покормил, где-то без 28 сюда приехал. А тут, короче, много родов. Родов, опоросов. Короче, 19 или 20 команд, 20, по-моему. 20 команд опоросилось, их надо было позакрывать, покормить всех, потом пооткрывать, короче, полечить свиней, то есть там померить температуру, дать лаксиком, либо что-то температуры. Так как я только перешел и понятия не имею, как делать амисо, я позвонил коллеге, коллега приехал, помог. Короче, работы сегодня много. Сейчас мне осталось еще молоко дать, покормить поросят и буду ехать домой. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем хорошей продуктивной недели. Наверное, видео выложу завтра. Всем спасибо, пока-пока. Итак, вот мы зашли в родильное отделение. И у нас сейчас задача. Это, с чего начинается моя работа, это поросят позакрывать, вот она не зарегистрирована, поросят позакрывать в уголок, ну, перед тем, как кормить. Мы делаем вот так, закрываем, и надо их половить и посчитать. Короче, надо их половить, посчитать и записать живых, мертвых, ну и дальше продолжить. Итак, только закончил закрывать поросят, весь мокрый. Короче, нарожалось сегодня нормально команд, сейчас будем считать. Получается, в той секции, что мы начинали, 6 команд, тут 1, 2, вся начала только пороситься. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Так, если я не ошибаюсь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Грубо говоря, 13 команд в C-секции и 6 C, 19 команд. Короче, это жопа. Это много. Сейчас придется, короче, трохи рыгнуть. Сейчас моя задача прийти всех покормить. Вот. Закрываем поросят для чего? Чтобы когда кормим, чтобы свиноматка как вставала, не давала поросят. Вони зараз там півчасика посидять, і потім я буду колоти зактран, ну, підкусити пуповинки, постараюсь зняти і показати. Так, взяли ми медицину, ту, яку нам треба, ножниці. Зараз ми витягуємо поросят, даємо цю медицину і... Ну, зактран, это первая медицина по 0,5 кубика, не, не по 0,5, по 0,1 кубик на одно поросенка. Ну, сейчас попробую снять то, как я это делаю, а потом продолжу. Сейчас будем открывать поросят, зактран и ножницы со скрытым лезвием. Сейчас как мы это делаем? Берем в шею зактран. И отрезаем пупок 3-4 сантиметра.
все команды надо пройти. Мамка нервничает. Турасата квакает. Все, 22 поросенка сделали. Ой. Открываем. В принципе, на этом все, что я хотел показать. Сегодня много родов. Ну, родов. Короче, куча работы. Нема, что больше снимать. Ну, есть что снимать, но нема времени. Время уже почти 10, может, начало 11. Вызвал коллегу. Будем, короче, работать. Всем пока, спасибо за просмотр, пишите комментарии, ставьте лайк.